У Ленинского районного суда новое здание. Торжественное открытие состоялось с участием первых лиц региона. По адресу Станка, 7, теперь разместят гражданскую коллегию. Долгое время здание было в категории недостроя, пока объект не включили в федеральную целевую программу развития судебной системы России на 2007-2012 годы. Все работы выполнили за 2 года. На Ленинский районный суд государство потратило более 50 миллионов рублей. Теперь это современное сооружение, оснащенное по последнему слову техники. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.